Здравия, соратники, Цельнозор приветствует вас, и сегодня мы поговорим о странных войнах 19 века. Посмотрите, вот примерно так нам представляют классическую битву, классическую войну 19 века на уроках исторической фантастики. Но так ли это на самом деле? Ведь если взять любую битву, не говоря уже о том, тех странностях, которых не присутствует, например, марширование строем и стрельба почему-то в унисон одновременно. Мне кажется странным немножко другое. Мне кажется странным вся история 19 века. Потому что вот таких битв, по сути, не могло быть в то время. Мы точно знаем, что было вторжение, год без лета, мы знаем, что была бомбардировка. И в то же время нам рассказывают сказки, прикрывая это всякими войнами. Если взять тупо Википедию и пролистать, как я сейчас делаю, правда, на английском, потому что на русском почему-то нет ни хрена, никакой информации практически. Но на английском, в англоязычной версии, мы видим сотни войн. Сотни войн в 19 веке. Как вы думаете, почему такое количество? Что хотели скрыть таким количеством войн? Просто нереальным. Такое ощущение, что все воевали против всех. Но особо отличилась любимая наша Англия, Британская империя. Смотрите, United Kingdom, объединенные, не знаю, с кем там они объединялись, потому что против них восставала и всегда была против Ирландия. У них куча проблем было с Францией, но они вот все бросили и начали резко завоевывать весь мир. В 1835 году был какой-то пик, просто всплеск. Новая королева взошла на трон. Что это за королева? Почему... По мужской линии никто не занял трон, хотя были и тогда, и после претенденты, но почему-то именно королева женского пола, что никогда до этого не было практически при наличии претендента мужского пола, заняла трон. И началось. Британцы начали массово почему-то строить дворцы в Индии, якобы нам говорят. Дворцы у себя в индийском стиле, в Англии. Готические храмы, железные дороги, мосты по всему миру, везде. И в то же время они умудрялись воевать на чужой территории за тысячи километров, без логистики, без поставок, не зная местности, не имея ничего, почему-то побеждали. Хотя любые местные, любые их враги имели такое же вооружение по своей сути, как и они. Подумайте, почему. Напишите мне в комментариях, что прикрывали этим колониализмом, этим британским колониализмом. Тысячи войн по всему миру, сотни больших войн, восстания, пожары, эпидемии, но об этом чуть позже. Ну а пока рассмотрим лишь один аспект. Англия так или иначе присутствует во всех войнах. Она завоевала 95% стран в 19 веке. 95%! Она пыталась войти в Россию, на Соловки, в Финляндию, в Крым. Очень много странных битв, очень много странных разрушений, как и Крымской войны. Чуть позже сделаю видео про Крымскую войну, про то, что там нет молодых деревьев на фотографиях. Там странное вооружение. Там очень много чего странного. Также странная гражданская война в США со странными разрушениями и не менее странные разрушения франко-прусской войны. Несмотря на то, что Париж был завоеван то русскими казаками, то наполеоновскими войсками, то пруссаками, Франция тоже умудрилась завоевывать колонии в это же время. То есть войска вместо того, чтобы завоевывать Париж, официально где-то в Африке пытаются воевать с местными. Посмотрите, все воюют против всех. Даже США. Даже восстание Тайпея. Даже какой-то китайская война. Восьмая Хоса война. Что это такое? Калифорнийские войны. Тоже участвуют США. США умудрилась повоевать с Кореей в середине 19 века. У них гражданская война, а они вторгаются в Корею. Где США, где Корея?
практически 80% войн с участием напрямую Британии и еще 10-15% не напрямую. Ост-Индская компания тоже умудрялась как самостоятельное какое-то лицо воевать чуть ли не в полмира на территориях Новой Зеландии, на территориях Австралии, с Маури воевали, в Бангладеш, в Пакистане, в Индии, тогда это все была одна Индия, и в прочих других странах. Якобы они вошли в Китай, и там много чего разрушили, но, говорят, еще много чего построили. Умудрились залезть в Японию вместе с США. Даже Дания умудрилась. Официально Дания залезла чуть ли не в Марокко. Вот Венесуэла между собой воюет. Федеральная война. Все воюют против всех. Как это возможно? Что прикрывали этим огромным количеством войск и войн? Где Англия взяла столько войск? Потому что больше 1% нереально содержать армию. Если армия больше 1%, это уже непосильное бремя даже для невоюющей страны. Но Англия с очень небольшим количеством населения умудрилась покорить весь мир. Каким образом? Только ли за счет научно-технического превосходства? Но это просто полная ерунда, потому что сходное вооружение было у пруссаков и французов. Потом якобы появилось у России. В то же время нечто подобное было и в Индии. Но на театре военных действий, абсолютно незнакомому за тысячи километров, Англия побеждала. И по всему миру. В то же время была куча восстаний, куча разных инфекций, куча проблем у самой Англии внутри страны. От нее якобы отделилось много чего. Англобурская война в Южной Африке. Были проблемы в Австралии. Были проблемы в Северной Америке. С Францией умудрились воевать именно в Канаде, официальная версия. Воевали с Россией. Но потом Россия почему-то дарит, по сути, английской стране, по сути, дарит Аляску и кучу территорий, вплоть до Форт-Росса, который был в центре США. В центре... Да до сих пор даже русская река там есть. Порт-Артур тоже был российский. И почему-то эта огромная территория мы лишаемся, а Англия приобретает. Весь 19 век — это захват. Одна большая Англия устанавливает новый мировой порядок. То есть, по сути, вся планета была Англией. Что на самом деле происходило? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Каким образом Англии удалось захватить весь мир? Что там было особенного? Почему Англия? Почему королева? Что за этим стоит? Какие еще фейки 19 века вы знаете? Об этом мы поговорим чуть позже. Какие параллели вы видите, тоже напишите. Очень интересно, потому что нужно объединять наши мозговые усилия. У дураков мысли сходятся. Очень много вы подсказали, спасибо вам. Давайте искать дальше, потому что истина где-то рядом. Вторжение. Больше сотни вторжений, смотрите. Каким-то образом США во время гражданской войны умудрились вторгнуться в Корею. Где Корея, где США? Тогда еще было несколько штатов всего. 13 якобы. Британия в Абиссинию вторглась. Турки умудрялись всюду. В Чили происходит тоже вторжение непонятно кого. США на Гаити вторгаются. Германия в Люксембург. Ну это понятно, якобы. Что происходит на самом деле? Спасибо. Пишите в комментариях. Добра.